Данный видеообзор посвящен двум старшим моделям электрошейников Доктора 1900NCP и 7100H. Оба эти ошейника предназначены для собак свыше 30 кг веса. Ну или в принципе их рекомендуют брать, если у вас даже 25 кг веса собаки, но она с упрямым характером, то лучше иметь запас мощности. Комплектация у ошейников примерно одинаковая, поставляются они вот в такой пластиковой коробочке с инструкцией, зарядным устройством универсальным, с раздвоителями для зарядки одновременно ошейника и пульта, пробником для проверки работоспособности электроошейника, ну и непосредственно пульт и ошейник. Ну и дополнительная клипса, не дополнительная, а основная для крепления на пояс. Значит, модель 7100H немножко беднее имеет, как видите, вставочку. Абсолютно та же самая комплектация. Теперь об отличиях. Отличия исключительно в пультах. Как видите, по размеру они идентичные. Включаются оба кнопкой сбоку. Отображают уровень стимуляции и заряд батареи. Но модель 7100H имеет так называемое подтверждение нажатия. В момент нажатия на любую кнопку сам пульт подает вибрацию. Этот режим отключается единоразовым нажатием кратковременным на кнопку включения. И теперь он работает идентично модели 1900. Так как многие просили, покажем вместе ошейники. В правой руке у меня 1900, в левой 7100H. По размеру они 1900 на пару миллиметров длиннее. По глубине они идентичны. Ну и по мощности аналогично. Для сравнения возьмем модель 280NCP из младшей серии. Как видите, она значительно меньше. Значительно меньше. И по глубине в том числе. Еще их взвесим дополнительно. Так, модель 7100H 219 грамм. Модель 280NCP младшая 150 грамм. 1 грамм. Пульты у них 7100H в правой руке, 280 в левой. Как видите, одинаковые. Данный обзор был предоставлен магазином Доктор Киев.ua.